Мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить все это. Твою ж мать! Опять началось! Нет, только не сейчас! Не здесь! Добра, обнимающий всех людей. Подними голову и открой глаза, сынок. Только так ты осознаешь всю тяжесть, лишенный знаний. Коллектив приведет человечество к вершинам революции. Без остановок на межусобные распри и без падения в пропасть войн. Ты воин науки, вонзи свой клинок знаний в висок капиталистической демократии. Сделай мир чистым и великим, а тот, кто умрет, останется в цифровых копиях. Никто не будет забыт. Новый мир коллектива, мир, где каждый умрет. Счастлив. В каком из миров это происходит, сынок? Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, вскоре очнулся, молодец, будет наконец-то. Крепко он тебя. Еще немножко, навсегда там остался. Где? Где? Откуда я знаю, где тебя носит, пока ты людей кромсаешь? Ой, при дочке моей ты нормальной был, веселой. Как ее не стало, ходишь смурной. А потом как перещелкнет тебя, и все, звереешь. Повсюду только кровь да голова оторванная лежат. Тьфу ты, гадость. Ты о какой дочке вообще? О Катеньке моей. Нашей Катеньке. Совсем тебе память отшибла? При чем тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя... Екатерина Нечаева, позывной «Блесна», отряд специального назначения «Аргентум». Так ты, значит... Теща я твоя, глупый ты дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюши не стало, из тебя Сеченов монстра сделал. А, слышал краем уха. Так и чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой и следила, думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось?
Прости, старая. Ни от прошлого, ни от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Сука! Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Чё глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку! Правильное решение. Вышибу тебе мозги, к черту, и дело так, с концом. А Сечина пусть дальше всех уродует. Пусть всех изуродует. Весь СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. Если понял, то вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Губы-то не жуй. Чего молчишь? Послушайте, старших майор, деяния товарища Сеченова требуют мести. Это чё за говно, Серёж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же змей! Так ты жив? Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон, так ты чё же, и раньше бабу Зину знал, что ли, а? Вместе с Катей? Конспирация, майор, дело полезное, и против нас еще ни разу не играл. Да ты, сучоныш, от меня постоянно все скрываешь. Не играл у него. Да Сечина больной на всю голову, если так поступает с людьми. А подожди, а Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может и жива, но в каком виде? Посмотрите на меня, даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счет у меня нет. Я умоляю тебя, Сережа, Сечинов должен умереть. Да как же вы меня задрали? Ебучие пироги! Это что ж получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советский ученый, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Ладно, мать. Давай показывай, что там в твоем арсенале есть. Ну вот, сыночек, другое тело. Торопитесь, Сергей Алексеевич, возмездие не ждет. Не торопи, все по порядку. Хотелось бы успеть к Сеченову до того, как коллектив будет обновлен, и изменить будет ничего нельзя. На тот случай, если вас не устроит его ответ. Это левое или правое? Да, впрочем, какая разница? Вы даже не представляете себе, насколько будет.
Проект «Атомное сердце» утвержден секретным съездом ЦК КПСС от 14 февраля 1951 года. Цель – подавление вражеского государства Соединенных Штатов Америки. Смена политического режима, свержение капитализма, установление коммунизма, обеспечение социально-нравственных идеалов, соответствующих представлениям советского человека. Метод осуществления – захват стратегических и военных объектов, вывод из строя атомных электростанций, фактическая деактивация атомного сердца Америки, полная капитуляция правительства и передача власти высшему руководству СССР. И как они собирались это сделать? Ну, Сергей Алексеевич, сначала они продают роботов, потом просто раздают их по гуманитарной программе. А когда они достигают критической массы, захватывают электростанции и отключают электроэнергию. Уважаемые члены Политбюро, рад сообщить, что проект «Атомное сердце» полностью завершен и готов к запуску. Это особый протокол спецоперации для подавления сопротивления наших классовых противников на территориях Западной Европы, Восточной Азии и, конечно же, Северной Америки. Как вам известно, наша 3826 уже много лет играет на капиталистическом рынке под видом обхода санкций, поставляя бесплатную рабочую силу, то есть роботов, по всему земному шару. Мы намеренно отказываемся от продажи некоторых наших аппаратов, типа буровов или кондоров, делая вид, что остальные нас не интересуют, и берем плату только за их обслуживание и ремонт. Результатом подобного распространения уже стали народные волнения на фоне растущей безработицы в странах-конкурентах. Но что важнее, наличие наших устройств на всех без исключения стратегических объектах, в том числе атомных электростанциях. Чтобы приблизить триумф мирового социализма, мы приведем в готовность скрытые возможности наших роботов. Переведя их в боевой режим, мы захватим ядерные реакторы на территориях стран-конкурентов и потребуем сдать власть в народные руки. Под лозунгом народности будет осуществлено расширение границ СССР. Мы распространим и покажем на личном примере преимущество нашей идеологии всему миру. СССР расправит плечи и устремит к звездам взоры жителей всей планеты. Запуск протокола «Атомное сердце» запланирован сразу же после полной полимеризации всех жителей нашей страны. Спасибо за внимание, уважаемые товарищи. Не думал, что Сеченов способен на такое. Просто Дима уже не тот человек, с которым мы начинали. Не знаю, что его сломило. Атомное сердце, политики или то, что все каждый день говорят ему, что он гений и талант. Максимальная скорость вращения колеса геодезического робота-моноцикла ВШК-69 способна рассечь человеческое тело пополам. Комплектуется пулеметом калибра 7,62. При необходимости вооружение сменяется на огнеметную или лазерную установки. Конечности робота выполнены из СПТ-4. Для лучшей результативности в процессе переламывания человеческого хребта. Крупногабаритный наземный робот-погрузчик НАТ-256, НАТ-256, может выжать из человеческого тела до 5 литров крови в течение 20 секунд. Представляю, как люди чудовищем. Через хренотень эту, контроллер мысль. Я же сказал, мысль – ничто. Просто побрякушка, обман. Главный коннектор – это человек-желе, нейрополимер.
И доступ к нему есть только у Сеченова. Именно Человек-Желе, этот информационный массив, входит в резонанс со всеми полимеризированными объектами и управляет ими. А за последние годы, поверьте, товарищ майор, полимера по миру развелось очень и очень много. В коллектив войдет каждая машина, каждый человек. Будучи мобильным медицинским аппаратом, док хоть и не способен выполнять функции санитара или фельдшера, но зато прекрасно справляется с функциями патолога-анатома, особенно если пациент еще в сознании. Шмель имеет бесшумный режим для проникновения в тыл врага и сбора позиционных данных. Экзоскелет для нейрополимерного существа на базе плюща. Благодаря элементу с механическим лазером, роса имеет наивысшую атакующую валидность. Время прохождения луча сквозь человеческую плоть равно 0,15 секунды. Рассуммируя, получается, Сеченов подчиняет себе это полимерное чудо, Человека-Желе. А Человек-Желе подчиняет себе все, что входит в сеть. Именно. Волшебство какое-то. Полимеры не изучены, как и нейросеть коллектив. Вполне возможно, что людям удалось создать нечто большее, чем они сами. И неизвестно, может быть, даже письма, которые вы читаете в терминалах связи, избирается специально для вас нейросетью. Или даже создается. Звучит очень нехорошо. Не хуже, чем стремление одного человека контролировать жизни больше, чем одно его собственное. Бурлак способен задерживать посторонних лиц путем специального захвата. Он будет держать цель, прижатой к земле, до прибытия человеческого подкрепления. В случае отсутствия последнего, ликвидирует цель. Идеален для ликвидации живого персонала. Обучен современным техникам ближнего боя. Держит приоритет ломать шейные позвонки, дабы пресечь малейший шанс на выживание цели. Легкий разведывательный дрон. В составе группы Сипуха способна поднимать воздух врага и ронять его с большой высоты. Да херота какая! Сеченов и всех людей подчинить себе хочет, и Америку взорвать. Да не взорвать, а лишить электричества. Чем вы слушаете? А если у вас остались сомнения после Академии, моих слов и всего, что вы видите вокруг, то давайте уже делать то, зачем мы здесь. Спросим у вашего бывшего руководителя лично, глядя ему в глаза. Робот АМУ-68 активно используется в качестве патрульного в пенитенциарных учреждениях. Кроме грузоперевозок, графа используется в карательных операциях. Благодаря уникальной форме своих лопастей, работающих по принципу винта Архимеда, может раздробить человеческое тело, подобно промышленной мясорубке. Майор, оружие или способности? Шеф! Защищать. Ну что, Харитон, ты гордишься собой?
Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? От тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Заткнись! Ты копался у меня в башке и стер мои воспоминания. Я что, игрушка тебе, как другие люди, подключенные к коллективу? Ты кем тише, себя, сука, возомнил? Тише, Сергей. Ты на нервах запутался, я тебя не виню. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли, впаривая им пустышки с экранов. И никогда я не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас лишь чудом! Ты был... Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же мне вообще как сын! А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь! Я хотел дать людям невероятное будущее! Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям! Да заткнулись оба! А ты руки подними, волшебник хренов, и скажи этим, чтобы отошли. Считай до трех. Раз! Мне жаль. Два! Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже не пытаетесь решить все по-людски. Я не дам вам встать на пути прогресса. Правое и левое. Пресечь. Да что это за ебанина? Хватит морочить мне голову! Значит, один из этих роботов, Екатерина Нечаева, жена которой я не помню, но кто из них? Папа, майор! Я пытался вернуть Лесну к жизни, когда ее мозг раскололся надвое. Буквально. Я хотел восстановить полушария правое и левое, но процесс занял куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Хватит. Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас близняшек и спокойно поговори. Прости меня. А теперь они бьются не с тобой, а с Харитоном. Ебучие пироги, мы можем просто перестать биться? Я могу отказаться. Майор, придите в себя! Сейчас. Катя! Ваша жена мертва! Сечинов забрал ее у вас! Сдавайся! Пошли! Дай мне Харитона, пока никто не пострадал. Тима намекает на то, чтобы пострадал я. Вы будете следующий, майор. Они оба выживут. После. Ты же не убьешь свою жену, Сережа!
Тыкаешь ты, мразь. Сергей, ты не понимаешь, Харитон манипулирует тобой! А! Харитон получил доступ к модулю Восход в твоей голове и начал отправлять тебя в Лимбо. Я был отвлечен подготовкой к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Скажи, Харитон, ты с доктором Филатовой поступил так же? Разорвал ее на куски руками моего агента! Хватит лицемерия, Дима! Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу! Но не убивать же их за это! Зачем ты все это устроил? Ах ты, паскуда, ты все это время... За мной, ты навсегда, майор! Мы свою работу выполнили! Бодрись, сынок. Вставай! Вставай! Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дражайшее человечество, у которого уже давно нет никаких перспектив, отошло с дороги и пропустило вперед новый виток эволюции. Меня. Само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии постичь. Зло – понятие абстрактное, а ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек, вымирающий вид. Мне удалось это осознать, лишь перестав быть его частью. И твоя ограниченность не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития. Они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Желательно за чужой счет. Ты же не хотел быть частью массива! Нет! Стой, Харитон! Я передумал. Прибытие бойцов отряда «Аргентум» в кабинет академика Сеченова, никаких следов последнего там обнаружено не было. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета покинул кабинет академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Разум заперт изнутри. Да ебучие пироги. Thank you.
На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советский ученый, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Я Сеченова и пальцем не трону. Хватит с меня. Отвоевался, боец. Ах ты опарыш! Тварь ты дрожащая! Вы совершаете ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь на человека! Вам надо, вы и отправляетесь! Устроили тут самосуд. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не помощник. И так достаточно сделал. Но и не судья академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя использует! Да неужели? Тогда почему я еще не в лимбо, мать, а? А ты не мертва? Что-то не отдает мне приказов, волшебник. И, кстати, Харитон, я тут подумал. Да? Хуйна! А ведь и правда полимерный расширитель «Восход», который находится в моей голове, твое изобретение. Ты хотел использовать людей еще до появления коллектива. Может, Сеченов и хочет выбить дерьмо из голов человечества, подавив волю. Но он не уничтожает и не превращает людей в монстров вроде меня. Иначе использовал бы «Восход», а не мысль и прививку. Это ошибка! Ах ты, сука! На, тварь! Не отвертишься! Вот. Вот так-то лучше. Согласно данным с камер видеонаблюдения, майор П-3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П-3 не предоставил. Академик Сеченов оценил данное нарушение как незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось.